небольшой лайтнинг, который, возможно, перерастет в какую-то нормальную презентацию. Суть в том, что Антон задал вопрос, типа, как ты выбираешь технологии, да? Вот как вы выбираете технологии? Приходит к вам заказчик и говорит, давайте делать на чем-то новом. Или вот на чем-то. На чем-то вы будете делать. Вы делаете это на Ruby, потому что вы его знаете. Вы делаете на чем-то новом, на Go, на Rust. На чем вы это пишете? На JavaScript? Вот. Идея в том, что мы пытаемся как-то строить свои предположения о том, как мы видим эту систему, да? То есть мы строим предположения о нагрузках на систему, примерно архитектуре системы, да? С другой стороны, мы все равно вписываем архитектуру в возможности того, какую платформу мы выбираем, да? Вот, это был следующий point, да? С другой стороны, мы должны всегда опираться на то, какие ресурсы у нас доступны. Если у нас есть команда рубистов в компании, которые знают Ruby и чуть-чуть JavaScript, стандартная тема, да, для нас, то, вероятно, на C вы писать не будете. Вот. Можно нанять, да? И мы переходим к новому такому витку развития событий, когда у нас идет поиск внезапно экспертизы, да, будем это называть экспертизой, каких-то людей, которые привнесут в команду новые знания, которые смогут это руководить, направлять, развивать. А все это время и, соответственно, деньги. Соответственно, потеря времени, потеря денег, не вкладываемся в сроки и приехали, да, компания банкрот. Да, зависит от денег. Поэтому вот задумайтесь над тем, что бы вы делали, если бы вам выдали задание не педалить на том, что вы уже знаете, да, а педалить на том, чем бы вам хотелось. Вот у вас есть выбор, да, вам дают бюджет, вам дают возможность взять и написать на чем-то новом для себя с возможностью потом это развивать, учить и продолжать. Так и делается. Что бы вы выбрали? Это вот такой... Ну да. React. React, да? Node.js. Вот. А потом приходит другая команда, потому что вы зафейлились, а я гарантирую вам, что в 99% случаев вы зафейлитесь. И это нормально. Да? Ну, тут нет ничего такого. Если вы начинаете что-то новое, где у вас экспертизы нет, а раз оно новое, то экспертизы у вас нет, то вы, скорее всего, зафейлитесь. Если вы не зафейлились, то либо задача была слишком простая, ну, либо вам повезло, и вы молодцы. Возможно, команда, как это, was lacking a lot. Вот общем, такая штука, Стас, что вы вот это вот вам лишь бы поиграться, а потом некоторые люди бегают с горящей жопой. Вот, это тоже поинт хороший, да. Вот, на самом деле по поводу экспериментов, вот эта вот вся штука, мне очень нравится вообще, то есть из серии там приходят такие чуваки, я наблюдал это вот воочию, приходят такие чуваки, смотрите, есть эликсир там, допустим, крутая новая технология там. Педалим на нем. Этот самый. Бложек написать. Давайте педалить его на эликсир. Почти Руби, да, там под капотом там то-то сё-то, вот. И что люди делают там? Берут, допустим, веб-приложение, которое там, грубо говоря, блог тоже за 15 минут, то есть админка, под которую там рельсы заточены и так далее, и делает ее на Фениксе. И ты такой... Что? А потом единственный человек в команде, который, собственно, это все, весь этот трек педалил, уходит в отпуск, и к тебе приходит менеджер такой, слышь, чувак, тут чувак единственный, который во всем этом деле смыслил, ушел в отпуск. Ты же вроде как смотрел на эликсир, да, когда-то?
А надо пофиксить быстренько. Вот тут, даже на Elixir Club два раза ходил. Да, даже на Elixir Club два раза ходил. Ты что-то шаришь. Да, то есть я сразу был самым прокачанным эликсирщиком в офисе, понимаешь? Вот. Это, если что, real story, да? Понимаешь, вот. Это не помешало получить предложение стать го-архитектом. Да, 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 да. Ну ничего, я пофиксил, да? Потому что, ну, мы превозмогаем, да? Вот. Короче, мне кажется, главный вопрос, вот когда ты там думаешь, а не попробовать ли мне вот это в вот этом проекте и так далее, должен быть вопрос, а нахуя? И вот если вы на него ответите и можете качественно аргументировать, да, то есть не серию, потому что это крутая технология, ее написал там Джозе Валим, да, а у тебя просто вот тупо заточенная под рельсы, ну вернее как... приложение, под которое заточены рельсы, и с которым оно справляется лучшим. А? Basecamp, да. И вот ты берешь и пишешь Basecamp на эликсире. Охуя! Это Erlang-машина, она для другого. Она там для кучи там, сообщений между друг другом, там вот эти вот все акторы, которые там... Вот. И у него совершенно другое применение. А когда ты говоришь, типа, ну, фан. Да. Или надо вам написать какой-нибудь чатик, да? Вы берете рельсы и впихиваете туда экшен кейбл. Нахуя? Возьми Go и напиши это за 5 минут. Ну, реально. Или тот же эликсир. Потому что экшен кейбл это что, вот как раз. Потому что оно работает лучше, быстрее и жрет меньше ресурсов. Именно. И вот про это я хочу сделать нормальный, собственно, толк о том, что разные инструменты под разный класс задач. И хорошо бы это начать понимать всем. Капитан, ваша лодка подана. Да, я знаю. Это будет очень-очень-очень капитанский доклад на самом деле. Поэтому... Очевидные вещи иногда нужно повторять вслух. Да. То есть я, наконец, смогу ничего не делать на работе, да? Ну, может быть. Подожди, а ты... Ну, мы потом договоримся. Пока Таня работает. Ну, у меня все, если что.